Вот оно горит. Туда весь забор деревянный, за колючкой. Непонятно, когда мы ехали, было два пролета горело. Пожарная машина одна была. И до сих пор горит уже весь пролет. И это, почему-то она до сих пор одна. Еще ветер сильный усложняет. То есть как бы, вот видите, аж туда все горит. ГИБДД приехали, ну, вовремя, не знаю, для какой цели это.